Моя мама самая лучшая, ну, наверное, потому что ее любви хватает не только мне, не только ее детям, а, наверное, просто всем вообще, кто здесь есть. Все дети – это ее дети. Мама, люблю тебя. В общем, моя мама самая прекрасная, мудрая женщина, и если я не знаю, что мне делать, я всегда обращаюсь к ней за советом, и очень ее люблю. Дорога мамочка, ты найкраща. Дуже скучаю, сумую, люблю. Пока. Она самая лучшая. Потому что она меня любит и ухаживает за меня. Давай. Моя мама самая лучшая, потому что она всю свою жизнь дарила себя нам, воспитывая нас. Моя мама самая лучшая, потому что она дарила тепло, воспитывала нас. Она очень гостеприимная, дарит улыбку постоянно и всегда переживает за нас. Люблю тебя. Скучаю. Обнимаю. Мама моя любимая, ты у меня самая-самая лучшая на свете, самая добрая, самая заботливая. И больше всех переживаешь за нас. Спасибо тебе за твою любовь и ласку. Почему моя мать самая лучшая? Наверное, потому что она сделала меня таким, какой есть сейчас. Она дала мне понять, что такое любовь в этом мире. И за самое лучшее воспитание в моем детстве. Скажи, почему твоя мама самая лучшая? Потому что она делает мне кушать, она ухаживает за мной. Всю жизнь меня поддерживала мама и практически во всех начинаниях, что бы я ни делал. По этой и многим другим причинам она одна из самых лучших. Мама самая лучшая, потому что она меня вырастила, была с самого детства со мной, всегда меня поддерживала и давала самый лучший совет. Моя мама самая лучшая, потому что в первую очередь она могла полюбить детей, не только которых родила, но и также которых приняла. И это очень дорогого стоит в этой жизни. Потому что она любит и всегда сожалеет, если не права. И с ней можно, когда тебе скучно, поговорить. Отлично. Я благодарен тебе, мама, за все, что ты сделала для меня, за те трудные ночи, какие ты не спала, за то, что ты старалась всегда для меня сделать все самое лучшее. Спасибо тебе большое за твою любовь, заботу, за то, что ты есть. Моя мама самая лучшая, потому что она помогает мне делать то, что я люблю в жизни, и она просто самая лучшая мама, я ее очень сильно люблю. Она самая добрая, самая красивая. Самая лучшая, самая разумная. И я по ней дуже скучаю. Перед тем, как начну рассказывать основную часть, маленькая предыстория. Когда на прошлой неделе меня спросили, кто будет ведущим на этот праздник, я спросила у Олега, и Олег мне сказал, что он не хочет быть, потому что всегда из этого делают не праздник, а похороны, потому что все плачут, мамы плачут, бабушки плачут. Поэтому я хочу сказать, сегодняшний день, он прекрасен только потому, что он день мамы. И моя мама самая лучшая, потому что, во-первых, она моя мама, и я ее очень сильно люблю. Она воспитала меня, она дала мне все самое лучшее, все, что она могла. И даже иногда, если нам это так не кажется, мама делает для нас все, что зависит от них. Поэтому и все мы... все мы по-особенному любим своих мам. Поэтому, мама, я тебя очень сильно люблю, и я хочу сказать, прости меня, если я не самая лучшая дочь, но я самая лучшая, ладно, но я тебя люблю и желаю тебе в этот праздник. А, да, Адела, ты для меня вторая мама, я тебя тоже очень сильно люблю, выключай.